Так, дальше у нас по цвету желтый. Так, ну, понятно, что грим мы, естественно, берем с предыдущего бояха. Масочку. Так, почему? Что случилось? Кстати, вот так вот... Нет, мне не нравится. Можно, кстати, и очки взять, но тут уже в зависимости от торса. А масочку мы сейчас возьмем либо вот эту, либо Мариани... Нет, либо инь-янь за один, либо же три чертежа. Так, торс мы любой, наверное, желтый. Вообще любой, реально, по барабану какой торс. Главное, чтобы он был желтый. Так, это один и тот же наборчик. Ну, давайте, ага, вот эти штанишки оставим. Торс какой мы возьмем, красивый желтый. Ну, это понятно, один и тот же инкубатор, оно нам не надо. Давайте оставим вот этот торс. Под этот торс, ну, во-первых, можно вот эти штаны, а во-вторых, у меня есть шикарные. Ну, можно, кстати, и шорты, почему бы нет. Вот эти шикарные штанишки и кроссы, либо белые, либо желтые, либо же бело-желтые, ну, как у меня. Вот, в принципе, шикарный сет под причесочку. Также можно сделать... Что-то я давно не опускался до футбольных футболок. Желтых именно. Кстати, тут был желтый валет с прической, тоже годно смотрится. Пуховички, все курточки за золото. То есть вот, а тут штаны и торс один и тот же набор. Но это вообще не страшно. Пожалуйста, шикарный сет. Ну, под желтые футболки тоже понятно. А желтая вот эта прическа, либо эта маска, либо черная желтая футбольная футболка. Чисто черные штаны, обычные там джазовые, либо же новые дырявые штаны. И желтые кроссы, все. А либо вот эти, либо бутсы. Все, как бы что мне это все описывать, рассказывать. Масочка дальше, желтая масочка. Причесочку давайте тоже. Так, эту не хочу, а вот эту хочу. Кстати... Не отходя от кассы, идеальная масочка под этот торс. Все великолепно. Так, дальше мы выбираем. Ну, хотелось бы какой-нибудь желтенький торс. Вот это, кстати, посмотрите, как сочетается именно прическа и торс. Прям вай как. Давайте поищем прикольный торс под... Нет, прикольные штаны под этот торс. Я помню, что я недавно что-то прикольное подбирал. А, ну... Либо вот это было, либо нет. Ну, что нам мешает оставить те штаны с инкубатора, которые мы видели уже в начале, если мы что-то лучшего не подберем? Ну, это тоже, понятно, отпадает. Всякое вот такое тоже отпадает. Вот это тут тоже мимо. Ну, тоже на любителя. Не, все-таки те штаны с инкубатора, они были самые лучшие. Так, кстати, мы забываем про старые желтые инкубаторы. Давайте все новое желтое скипнем. Вот это тоже прикольно смотрится. Да, разные наборы. Желтая футболочка. Ну, вот, кстати, с этой курточкой прикольно будут смотреться штанишки. К этому мы вернемся чуть попозже. Так, ну... Понятно, что голые торсы, желтый валет, вот это все, вот это тоже идеально смотрится. Так, ну, тут что мы можем поменять? Чисто какие-нибудь вот эти штанишки, почему бы и нет. Так, теперь мы переходим к желтому торсу. Ну, вы поняли, что масочка это тоже вещь. Так, следующий желтый торс. Ну, тут уже будет не так много штанишек, потому что не так много штанов, которые с этим всем идеально смотрятся. Давайте оставим вот эту масочку с инкубатора. Как вы заметили, с каждым торсом я стараюсь менять и маски, и прически, чтобы вам тоже было все это интереснее. Ну, во-первых, вот это уже неплохо смотрится. Потом, ну, это на любителя, это тоже на любителя. Вот тут, мне кажется, уже выезжают вот эти штанишки, потому что они как-то и желтенькие, и тоже прикольно смотрятся. Тут нету плавного перехода,
Вот эти прикольно смотрятся, да, нету перехода, но из-за лямок на штанах это все смотрится более-менее норм. Ну, прикольно, но мне кажется, что с красным торсом это все должно смотреться лучше. Вот эти штаны с красным торсом тоже бомба. Далее, ну, эти штаны такое себе, тоже такое себе, вот это норм. Дальше, ну, на любителя кому-то зайдет, кому-то нет. Вот эти штаны с этим тоже норм. Дальше черные-черные, чисто черные, желтый валетик. Дальше вот эти штаны тоже норм. Вот эти тоже песня, желтые. На любителя давайте чуть скипнем. Я хочу вот штаны головореза. В принципе, имба. Дальше. Желтые штанишки. Предпоследний цвет. Ну, что я могу сказать? Во-первых, это имба. И вот это имба. То есть, если у вас есть два предыдущих эволюционных костюма, вы не будете думать и гадать, в каком сете вам играть. Уже пошла рифма. Так, что мы оставляем? Получается, все желтые... Вот, кстати, под штаны довольно-таки проблематично найти торс. Ну, хотя... Оу! Друзья, это песня. Вот это охранительный сет. Дальше, ну, такое себе. А, мне кажется, я знаю, какие торсы сюда подойдут. Ну, вот этот, соответственно, прически и маски. Масочку я, в принципе, вам уже показывал, а прически любые желтые у нас в игре их 4, по-моему, если я не ошибаюсь. Либо же бело-желтые. То есть, например, масочку мы одеваем вот эту, и причесочку... Либо вот эту, она опять же на любителя, либо эту, либо какие-нибудь вот эти, вот это, кстати, годно смотрится, либо же вот эту. Ну, чтобы вы потом на меня не гнали, что я ничего не меняю в сетах, а я стараюсь для вас сделать все только самое лучшее. Так, дальше у нас идет вот этот торс, который чуть не подходит. Так, тут где-то должен быть легендарный, ну, легендарный по качеству, такой оранжевенький наборчик. Ну, кстати, давайте посмотрим. Кстати, вот это тоже имеет место быть, почему бы и нет. Так, где, я не понял, такой легендарный набор со дня боях. Ну, в принципе, и ладно, не увидели, что поделать. Так, ну тут всякие вот эти курточки лучше стоит опустить и с ними сета не собирать. Вот с этим песня. Пушка супер класс. А, у кого, если вдруг есть, используйте. Так, дальше тут самое главное не пропустить курточку одну. Вот, кстати, ее я искал. В принципе, норм. И вот это тоже, в принципе, прикольно смотрится. Сюда, кстати, можно нацепить капюшончик с дредами. Он тоже оранжевый. И масочку с инкубатора вот этого. То есть что-то типа вот такого мы получим. Ну и, наверное, со штанами мы закончили. Обувь желтая. С чем собирать, честно, я не знаю. То есть, ну, либо... подбирать уже что-то типа вот такого, да, но лично я прям не фанат чего-то подобного, вот такого, да, но анимированных красивых желтых торсов, кроме Баяха и легендарного, я не знаю. Они в принципе цепи есть, но они у меня на складе не открыты. А если собирать что-то типа вот такого, ну, может, нет, это тоже перебор. Масочку давайте, нет, это не добор. Давайте вот эту. Ну, может быть, что-то типа такого имеет место быть. Финалочка. Красный сет, получается белая причесочка. Ну, давайте я вам не буду показывать сеты чисто с белой прической, потому что это уже все очевидно.
Мы начнем с масочки, с красной. Вот красных сетов интернетов у нас, ну просто, ну хоть жопой жуй, не подавишься. Их очень много. Можно даже что-то типа вот такого собрать и быть самым крутым и модным и стильным на районе. Причесочку можно даже вот эту оставить и грим красный вот этот. Почему нет? Хороший такой чисто красный сетик. Конечно, сюда можно поставить кроссы либо с рескина паркурщика, либо вот эти кроссы, что будет даже еще лучше. Так, что по торсам еще? Ну, понятно, что все красные. Просто все красные торсы, которые есть, в которых вы играете, вы сюда ставите. Давайте даже посмотрим самое дефолтное сочетание. Это вот этот торс и штанишки, где у нас эти черно-красные замечательные штанишки. Где-то они же тут, верно? Верно. А где? Вот они, во. Ну и давайте оденем красные дреды, чё уж там. Ну, во. Ну что за машина, что за тигр? Красная курточка, ну... Масочку, мне кажется, вы даже без подсказок должны узнавать, какую сюда можно одевать. Либо эту, либо же чисто черно-красную с паркурчика, либо же вот эту. Оставим вот эту масочку. Ну, по штанишкам все то же самое, все те же рекомендации, чтобы был плавный переход на голый торс. То есть, либо на штанах нужен хороший массивный пояс, либо же ремешок. То есть, ну, те черные штаны вы уже видели. Какие-нибудь вот такие, может быть, кому-то понравятся. Вот эти штаны тоже идеально смотрятся. Так, тут я что-то говорил, что тоже будет прикольно смотреться. Вот это все. Веном, ну, такое себе, могло бы быть и лучше, это тоже. Вот эти штаны, в принципе, прикольно смотрятся. Паркурщик, Сайнара. Ну и наверное, все. Так, штанишки чисто красные. Ну, сюда вот реально. Что Боях? Идеально. Что Сайнара? Идеально. Даже всякие вот эти торсы, вот эти. Ну, вот этот мне сам по себе не заходит. Вот этот вообще просто песня, просто пушка, просто класс. Вот этот тоже торс, вот этот идеально. Вот этот тоже топ, вот этот тоже прямо песенка. Потом, вот это просто сказка, просто великолепно. Вот это тоже вау. Вот это тоже, ну, тоже пойдет. Такое себе под это тут есть. Вот! Ну, чуть-чуть, конечно, просвечивается, но все же. Охранительное сочетание. Кстати, на секундочку, интересно посмотреть. Да, нет. Я думал, будет лучше. Это все такое себе. Так, ну, это понятно. И идем дальше с вампиром. Пушечка. С этим, ну, понятно. Пушка. Великолепно. Шедеврально. Ну, такое себе. Тоже такое себе. Тоже норм. Она красненькая. Это вообще какой-то панцирь. Это рескин. Великолепно. Такое себе. Тоже пойдет. Вот это просто песня. Дальше футбольная футболка. Ну, я уже говорил, что просвечивает. Паркурщик. Ну, штанишки лучше бы потемнее чуть-чуть. А, вот это паркурщик. Вот это идеально. Дальше. Это понятно все. Белачао просто идеально. Это... Ну, на мана пойдет. Это тоже такое себе, вот это идеально, вот это тоже нормальная курточка, тоже такая красненькая. Ну, кстати, насколько я не люблю вот эти торсы,
Вот этот смотрится охренительно с этими штанами. Я отвечаю. Даже я бы в таком поиграл. Охренительно смотрится. Так, потом у нас идет вот это все. Вот это тоже просто песня идеально. Кстати, я забыл посмотреть сочетание одно. Сейчас мы тоже посмотрим. Так, нам нужен вот этот торс и штанишки эти же, но синенькие. Синенькие норм, фиолетовые тоже норм. Ну, там штаны, кроссы поменять, я думаю, несложно. И последнее, что остается, это обувь красная. Ну, понятно, что штаны нужны либо черно-красные, либо черные чисто. Мне интересно посмотреть, как с чуть-чуть дефолтными штанишками это все смотрится. Вот их, походу, опять чуть сдвинули. Охренительно смотрится. Так. А какой сюда торс мы подберем? Ну, блин, был же какой-то идеальный торс под это все, под эти штанишки. Где он? Где он? Где он? Где он? Ну, давайте вот этот оставим, что ли, либо какой-нибудь вот этот. Ну, под этот торс, мне кажется, нужны только одни штаны. Вот, во, о, о, какая красота, какая роскошь. Так, ну, штаны идеальные мы под кроссы нашли. Ну, любые черно-красные, любые красные, нет, красные нет. Черно-красные, либо красные, и вперед. Все. Ну, как вы видите, анимированная обувь, не анимированный торс. Ну, уже такое себе, уже чуть получше. Но хотя, если есть какая-нибудь темотня наподобие вот этого, то пойдет, почему нет. Ну, и как по мне, вот это просто песня. Все. Ну, это тоже понятно. Так, что ж, пора заканчивать. Это был, охренеть, какой длинный видос. Скорее всего, я разделю его на две части, выложу уже их с разницей где-то в час, чтобы вам было интереснее смотреть. Честно, я не знаю, мне очень понравилось собирать сеты. Сразу же хочу сказать, что можно было собрать лучше сеты. Что-то я банально в видео пропустил, потому что мне по факту нужно было собрать сеты с четырьмя наборами в одном видео. Ну, в одном видео из двух частей, что поделать. Что-то, да, я мог углядеть, поэтому в Телеграме, если вдруг буду собирать какие-то охренительные сеты, то буду вас оповещать. Кстати, кто помнит, у меня есть вот такой мой официальный сет. Настало время в нем менять штаны. Поэтому мы одеваем вот эти. Все. Ба-бам! Великолепно, идеально, эксклюзивно. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока и да пребудет с вами Скилл.